Всем привет! Видеоинструкция о препарате Миксидол таблетки. Действующие вещества этилметилгидроксипиридина сукцианат. Страна-производителя Россия. Производитель ЗИА Здоровье ЗАО. Форма выпуска 30 таблеток в упаковке. Миксидол сочетается со всеми препаратами, используемыми для лечения соматических заболеваний. Усиливает действие бензодиазепиновых препаратов, антидепрессантов, анксиолитиков, противосудорожных средств и противопаркинсонических средств. Уменьшает токсические эффекты этилового спирта. Миксидол – антиоксидантный препарат. Показания. Последствия острых нарушений мозгового кровообращения, в том числе после транзиторных ишемических атак, в фазе субкомпенсации в качестве профилактических курсов. Легкая черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм. Энцефалопатия различного генеза, дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматические, смешанные. Синдром вегетативной дистонии. Легкие когнитивные расстройства, тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях. Ишемическая болезнь сердца в составе комплексной терапии. Купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств. Постабстинентные расстройства. Состояние после острой интоксикации антипсихотическими средствами. Астенические состояния, а также для профилактики развития соматических заболеваний под воздействием экстремальных факторов и нагрузок. Воздействие экстремальных, стрессорных факторов. Противопоказания. Острая печеночная или почечная недостаточность, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. В связи с недостаточной изученностью действия препарата, детский возраст, беременность, грудное вскармливание. При передозировке возможно развитие сонливости. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Способы применения. Препарат назначают внутрь по 125-250 мг 3 раза. Начальная доза – 125-250 мг. 1-2 таблетки с постепенным повышением до получения терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза – 800 мг. 6 таблетки. Длительность лечения – 2-6 недель, для купирования алкогольной абстиненции – 5-7 дней. Лечение прекращают постепенно, уменьшая дозу в течение 2-3 дней. Миксидол отпускается по рецепту. Стоимость таблеток номером 50 – 460 рублей. Всем спасибо за просмотр. Будьте здоровы!